Двигатель Porsche. У многих при этом слове просто воображение гуляет очень сильно. Они представляют себе мега-мега спортивный автомобиль. Ну, в каком-то плане некоторые автомобили такими и были. Ну, вот этот вот двигатель своеобразен и интересен. Он полностью алюминиевый, хотя довольно древний. Ну, как древний, ну, относительно не новый этот двигатель. Вот, вообще, забегая несколько вперед, я скажу так, что этот двигатель... Он сделан по компоновке поршневая, камера сгорания, механизм газораспределения, именно количество клапанов и их расположение. Примерно как американский V8. Такое ощущение, что немцы сидели, так подумали, давайте скопируем американский V8, он едет. Да, но он очень тяжелый, большой, давайте сделаем 4 цилиндра. Распилим V-образную восьмерку пополам и давайте сделаем его алюминиевым, чтобы он не был таким тяжелым. Но при этом, так как диаметр цилиндра очень большой, но и охлаждение здесь должно быть хорошее, для того, чтобы вся система не развалилась, потому что все-таки рядная четверка испытывает некоторые перегрузки, так как она не является полностью уравновешенным, как, например, рядная шестерка, они добавили сюда дополнительно вот они балансирные валы, балансировочные. То есть это один вал, ну и, соответственно, вот она постель для другого вала. Ну и, естественно, в отличие от американской восьмерки, они перенесли распредвал вверх. Ну, потому что, ну, кстати, с ремнем газораспределения. Потому что вот, кстати, крышечка здесь. Она тут даже, вот это, казалось бы, такая мелочь, как эта крышечка, но она алюминиевая и сидит на штифтике. То есть, вот он, как направляющий. Вот он, шкив под ремень, соответственно. Ну и, в общем, получился такой некий гибрид. Я это, конечно, так, можно сказать, в шутку сказал, но он реально похож компоновкой на V8 американский очень сильно. В остальном он алюминиевый, что делает его довольно легким, то есть, несмотря на его объем. И конкретно этот двигатель, хоть он и имеет всего 4 клапана, то есть 2 клапана на цилиндр, всего 8, он действительно сделан компоновкой как спортивный двигатель. Да, это не Формула-1, там, где выжимается все последнее, что можно вообще выжать. Но, тем не менее, это спортивный двигатель. И сейчас я вам это более детально покажу. Но прежде чем я его разберу, хочу обратить ваше внимание, например, на впускной коллектор. Он алюминиевый. Тогда делали из алюминия, сейчас пластиковые делают. Большой развитый коллектор, заход в головку. Единственное, что вот первый цилиндр имеет такую, как, ну, большой, в общем, изгиб вот в этом месте, это не очень хорошо. Но я так понимаю, это уже диктовалось исключительно местом расположения, где этот двигатель должен был стоять. И также выпуск здесь сделан. У меня, правда, одна часть выпускного коллектора, система 4.2.1, и несмотря на то, что это чугунный коллектор, да, он может быть не сильно равнодлинный, но тем не менее он более-менее развит настолько, насколько это возможно, учитывая большой, огромнейший выпускной канал. Вот, то есть подход был именно к тому, чтобы создать, может быть, не какой-то там формульный двигатель, но двигатель действительно с таким, ну скажем, агрессивным характером, если можно так выразиться, конечно. Этот чудесный движок на обзор предоставил Иван Губенко, город Москва, за что, Иван, тебе большая благодарность. Вся постель распредвала представляет собой такой некий короб, то есть у него здесь нету крышки клапанов там, ну или крышки распредвала, это все некий короб, который отлитый и проточенный, в нем стоит сам распредвал. Я специально его не вытаскивал, хочу показать всю систему. Также здесь применяются гидрокомпенсаторы диаметром 37 мм. То есть вот их колодцы здесь. И в отличие от большинства современных систем с компенсаторами, которые имеют вид толкателя, проточка делается в самой постели. Сделана вот она проточка. А сами компенсаторы, вот здесь вот, например, вот они, точки видно, то есть для подачи давления масла. То есть они как бы отличаются немножко от конструкции большинства, ну, скажем, современных. Так, все сидит, естественно, на штифтах, то есть вот он один, ну и здесь, соответственно, стоит второй. Давление масла, то есть вот она, шахта для давления масла, для компенсаторов, ну и, соответственно, для смазки самого распредвала. Также вот они, компенсаторы. Я хочу продемонстрировать. Я в прошлом видео показывал про Porsche цельнометаллический толкатель. Я хочу продемонстрировать. То есть его вес. Он весит 92 грамма. Ну, наверное, да, немножко тяжелее, чем
предыдущая версия с цельнометаллическим толкателем, но учитывая, что он весит не настолько прям там много, и учитывая то, что этот двигатель не развивает каких-то мегакосмических оборотов, и обслуживание, это самое главное, не нужно регулировать эти клапана постоянно, то есть это было правильное решение, что сюда все-таки поставили гидрокомпенсаторы. Также в комплекте у меня было два клапана, ну то есть они стандартные, в общем-то, конструкции, и пружина клапанов. Я, к сожалению, не мог взять свое приспособление для измерения их усилия, ну пружин клапанов. Поэтому ничего, ну конкретно в цифрах вам ничего не скажу, но на ощупь я вам скажу так, что выглядят они внушительно, то есть даже как она лежит в моей руке. То есть благодаря этому хорошему усилию пружин клапанов, то есть один из факторов, этот двигатель развивал неплохие мощностные показатели. Собственно, сама головка, как я уже говорил, камера сгорания, она очень сильно напоминает американский V8, то есть по компоновке. Именно тем, что она клиновидная и поршень здесь 100 мм, то есть она большая. Также можно подумать, что раз это клиновидная камера сгорания, она похожа на жигулевский двигатель чем-то. Но от вазовских головок эта головка принципиально отличается очень сильно. Это абсолютно другая схема работы всего двигателя. Я сейчас объясню почему. Значит, здесь впуск-выпуск с разных сторон. То есть это я только что показывал, в общем-то видно было. Значит, хочу заметить, что соответственно у нас впускные, ну вот здесь будет лучше видно, то есть впускные седла. И на классических вазовских, ну и подобных клиновидных камерах сгорания каналы располагаются таким образом, что впуск-выпуск, и впуск-выпуск каналы заходят с этой стороны. То есть вот он тут выпускной канал, ну и рядом здесь впуск. Здесь же канал впуска идет с другой стороны. И по сути говоря, он немножко имеет неправильную форму, если рассматривать систему с точки зрения других головок. Неправильную форму, почему? Потому что, ну вот если мы отсюда посмотрим, то есть вот они, соответственно, впускные каналы. То есть впуск, идущий по головке с этой стороны, поднимается, и получается, что относительно плоскости клапан стоит неправильно. То есть он должен относительно впуска быть наклонен в другую сторону. Он наклонен сюда, то есть с точки зрения впуска неправильно. Обычных классических головок. Вся система работает таким образом, что все наполнение происходит. То есть если на обычных головках, если с вот этой стороны канал подходит, наполнение идет по спирали, вот весь основной поток выходит вот здесь, вот в районе клапанной щели, со стороны вытеснителя, и потом по спирали наполняет цилиндр, то здесь принципиально наоборот. Здесь весь поток выходит, и львиная доля всего потока выходит вот с этой стороны. Это немножко, с одной стороны, это улучшает наполнение, потому что в отличие от вытеснителя, с этой стороны ничего нет. Но с другой стороны, это немножко затрудняет течение газа на больших скоростях, потому что поток нужно дополнительно, чтобы он искривлялся, то есть загибался на 90 градусов. При этом хочу заметить, что здесь довольно большое расстояние между седлами, и можно было бы, конечно, сказать, что сюда теоретически можно поставить седло большего диаметра. Ну и, соответственно, клапана. Седло здесь впускное 40 мм, выпуск 35. Канал тоже 40 мм. То есть он ровный, этот выпускной, он на 37 расходится. Но об этом позже. Значит, почему они этого не сделали? Я рассказывал в предыдущих видео, ссылка будет в описании, с теоретическим пояснением, что если сделать слишком большой клапан, то вот в этом месте будет зона либо малоэффективности, либо мертвая зона. И хочу заметить, что здесь довольно большое расстояние для того, чтобы обеспечить хорошее наполнение. То есть эта система работает именно с вот этим вот клапаном, хорошо обеспечивает нормальное наполнение. Соответственно, и отток газа, сейчас я покажу выпускные каналы. Единственное, что я бы расточил, конечно, выпускной канал немножко больше, чем он есть, потому что ну, с 35 он должен расширяться хотя бы где-то на 40 миллиметров в диаметре. Но для этого нужен свой выпускной коллектор, чтобы он был, соответственно, большого диаметра. В противном случае этого делать не нужно. Ну, соответственно, канал. То есть в этом плане головка, она очень
простая, но, тем не менее, она имеет свои конструктивные особенности. Все это позволяло с двигателя снимать довольно неплохие динамические характеристики на свое время. Да, конечно, если его сравнивать с какими-то современными 16-клапанными головками, системами смещения фаз газораспределения там, или в ТЭК Honda, это, конечно, головка будет уступать. Но на свое время она очень... То есть для компоновки 2 клапана на цилиндр и, скажем, не самая идеальная компоновка в клиновидной камере сгорания, она, эта головка, давала очень неплохие результаты, то есть в том виде, в котором она была. Сам блок выполнен грамотно с точки зрения проектирования. Значит, здесь единственное, что здесь неграмотно, и это его изгубило, это то, что здесь никосиловое напыление. Ну, в общем, алюминий никосил, алюсил. При этом хочу заметить, тут с ним случилось вот что. Его просто намотало на поршень. Опять же таки, это о надежности. Само это покрытие может и твердое, обладает достаточной твердостью, но оно на алюминиевой основе. Ну, в общем-то, дело не в этом. Значит, здесь сделан поршень, как я уже говорил, 100 мм. Ход здесь 2,5 литра, ход 78,9, ну почти 79 мм, то есть короткоходовое. Значит, цилиндры омываются охлаждающей жидкостью на 360 градусов. Что, в свою очередь, говорит о том, что двигатель может держать хорошие нагрузки длительное время. И он бы держал, если бы не это покрытие. Кстати говоря, его можно загильзовать. Причем загильзовать его можно, вырезав эти гильзы, то есть не проточив их и вставив туда гильзу, а именно полностью вырезать их и вставить чугунные гильзы. И было бы неплохо. Также здесь применяются шпильки. Это один из немногих вариантов, когда на алюминиевом блоке не экономят и применяют шпильки. Причем хочу заметить, вот я одну шпильку здесь выкрутил. Она длинная. То есть, соответственно, если мы все это дело посмотрим, то есть вот сюда она вкручивается, то есть фактически в постель коленчатого вала, что позволяет обеспечить хороший прижим. Вся поршневая сжимается как пирог, что в свою очередь убирает разные нагрузки, если бы резьба была сверху, то есть на деформацию верхней части, то есть деформацию стенок, цилиндров и так далее. То есть, и, кстати, рубашка охлаждения здесь довольно... Вот она довольно глубокая, то есть и охлаждающей жидкости там, в принципе, довольно много. Вот, кстати, здесь проток охлаждающей жидкости, она идет, он не до самого-самого конца, а он где-то процентов на 50. То есть самую горячую часть оно охлаждает, дальше оно, в принципе, не нужно. И там сохраняется жесткость блока. Вот, ну, как я уже говорил, вот они, постели, карманы, точнее, для балансировочных валов с одной стороны и с другой стороны. Честно говоря, я не думаю, что что-то бы сделалось этому двигателю, если бы не было бы здесь валов. Но они подумали, посчитали, что все-таки лучше их поставить. Ну, может, не знаю, для комфортности, что ли. Вот, по крайней мере, вот. Ну, по крайней мере, то есть блок, вот глядя на него, я бы не сказал, что он 2,5 литра. Ну, литра 3 как минимум. А то и 3,5, то есть поршни-то большие. Но за счет того, что здесь ход короткий, соответственно... Это такой оборотистый двигатель. В свое время этот двигатель был с внушительными динамическими характеристиками. Конечно, сейчас, если сравниваю его, опять же таки, с более современными продвинутыми движками, ну, вообще, я считаю, вот этот двигатель, как вот именно на сегодняшний день, он, в принципе, бесполезен. Он большой, тупой, мощности с него много ты не снимешь. Сравнивая с современными движками, то есть запчастей на него особо нет, он, в принципе, особой ценности не представляет. Но как музейный экспонат, довольно интересная вещь. Вот он, один из балансировочных валов. Честно говоря, я когда увидел, я немножко удивился, я думал, будет вал значительно больше. Я бы не сказал, что он прямо уж такой тяжелый, ну, как я думал, для тяжелой поршневой, которая здесь стоит. Ну, тут два варианта. Либо его хватает, либо он сделан, как обычно, для отвода глаз, чтобы не то, чтобы уравновесить, а, скажем, чуть-чуть улучшить характеристику по вибрациям на двигателе. Ну, в общем, честно говоря, не знаю. Как по мне, вот эти вот вещи, это, в принципе, лишнее. Сам блок цилиндров снизу. Здесь нижняя плита, то есть бугеля, выполнены одной плитой. Причем хочу заметить, на первый взгляд, это, ну, в принципе, плита, да и плита. Но, то есть, основной крепеж – это М12. Шпильки, вот они. С одной стороны, здесь сделаны М10 напротив каждого. То есть, раз, два, три, четыре, пять. И дальше все это крепится к блоку М6. Вот тут вот даже, например, одна шпилечка торчит. Вот она.
С другой же стороны, здесь М10 нету, зато все отверстия М8. То есть такой вот, скажем, интересный конструктивный момент. С чем было связано одно и второе, не знаю, почему нельзя было сделать с одной стороны и с другой стороны одинаково, но тем не менее так было сделано. Ну и, пожалуй, самый веселый момент – это постель. Хочу заметить, на первый взгляд постель как постель, то есть ничего такого особого нет. Но давайте посмотрим чуть внимательнее, даже, наверное, я с этой стороны зайду, чтобы было лучше видно. Например, начнем с четвертой. Вот здесь вот есть постель, соответственно, есть вот она проточка под хвостик, под стопор вкладыша, под упорную поверхность. Есть, так? Номер 4. Вот она. Есть проточка. Номер 3. Проточки здесь нету. Ни с этой стороны, ни с этой стороны. Ладно. Номер 2. Проточка есть. Номер 1. Проточки нет. Причем и здесь тоже ее нет. Но зато есть какой-то штифт в виде такой, ну как трубочки, что ли, который выступает явно выше поверхности под вкладыш. Вот он. То же самое выполнено и в этой вот крышке. То есть оно полностью дублируется. Единственное, что в крышке, в ответной части вот этого штифта там нету. Зачем было это делать, непонятно. То есть в чем как бы конструктивная соль или ценность в данном случае, мне не ясно. Ну, это такое, ну, в общем-то, не холодно от этого, не жарко. Также вот он, масляный канал здесь идет. Здесь подача масла идет по такому каналу. Вот здесь, по всей видимости, от маслонасоса. И для смазки вкладыша. Единственное, что применяются здесь шпильки силовые. И это правильно, потому что, чтобы не вытягивать блок. Здесь схема сделана таким образом, что шпильки, которые крепят основную часть, то есть постели коленвала, они же очень близко, их центр крепления подходит к шпилькам, которые крепят головку. То есть все это дело стягивается. То есть в этом плане сделано все грамотно. Вот. В остальном нету тут никаких ни форсунок масляных, ничего здесь нету такого. Ну и теперь, конечно же, поршневая. 100 мм поршень. Вот у нас в сборе один поршень у меня есть. Шатун здесь, кстати, вот он на шатуне написано. Вот, 944. Поршневая 100 мм, как я уже сказал, с набырными маслосъемными кольцами. Хочу заметить, они делали. Вот он, конструкция поршня своеобразная, с такой разделенной юбкой и бобышками. Ну, правда, с ним-то что-то случилось. Если более детально рассмотреть, то вот он поршень. Он имеет довольно своеобразную конструкцию. С такими дополнительными, как крыльями, скажем, в районе холодильника, бобышек. Но потом, позже от этой конструкции, ну не то, что позже, но вообще от этой конструкции отказались, потому что она не несет в себе никакой особой смысловой нагрузки. Все равно здесь нету никакого... Никаких нагрузок. То есть основная нагрузка идет на юбку, а тут и так поршень нормально удерживается. То есть вот он, силовой элемент здесь. Ну вот. Так что, ну вот такой своеобразный поршень. Потом вот они, отверстия для стока масла. Если отсюда посмотрите. Вот их три, их конкретно три отверстия. То есть вот одно, второе, третье. Они довольно большие, миллиметра где-то три, наверное, даже 3,5. Вот, ну, нормальное отверстие, то есть позволяют обеспечить хороший отток масла. Ну, собственно, палец стандартный и шатун. Теперь все это дело зафинализируем тем, что я всегда взвешиваю. Ну, в общем-то, стараюсь взвешивать поршневую. То есть, соответственно, поршень 571 грамм весит. Палец, он весит 142,5. И все вместе... Все вместе. Сейчас, вот. Ноль же ж. Ноль. Пожалуйста, 713 грамм и 4. Ну, почти 714. То есть, довольно тяжелая поршневая. Учитывая, что тут короткий ход, нужно его крутить. Из-за веса особо ты его не покрутишь. Поэтому я и сказал, что, в принципе, двигатель имеет место быть. Но это скорее дань уважения традициям там неким, чем что-то полезное. А так он, в принципе, бесполезный.